Надо, чтобы не ездили по встречке. Починять? Ух ты! Ух ты! С аварийками, да? С аварийками можно, да? Под кирпич по встречке. Ух ты, боже мой! Ух ты! 7 минут там, 13 минут там. Не надо ездить по встречке! Ой! 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 Стой, 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 стой! Вы чё? Встречка здесь, встречка кирпич. Тонька, о-о-о-о-о! А вам не страшно с таким водителем ездить, который по встречке ездит? Вас же убьет в первую очередь. Е, что случилось? Руки распустил, ударил меня по лицу. Чё делаешь? Подождите. Подождите, вы на встречке. Вы на встречке находитесь. Вы на встречке, развернитесь. Спасибо, выручил. Вы на встречке находитесь и на пешеходном переходе. Там кирпич, да. Давай. Не советую. Нет. Что делаешь-то? Ты что делаешь, Ты что делаешь? Не пускайте его, он по встречке едет. Стой! Гриш, аккуратнее. Заблокируй. Открывайте дверь! Заблокируй! Открывайте дверь! А вот. Ты что творишь, дверь? Стоять! Ты что творишь? Вылезь сюда! Серёг, прыгни! Прыгни, Серёг! И что ж такое-то? Иди сюда! Чепушка. И уехал! Друзья, привет! К сожалению, не было возможности поехать на рейд самим, поэтому пришлось послать туда молодую поросль. Поросль – это Григорий, Стальные джунгли, канал, и Сергей, Движение с уважением. Ребят заслали на рейд, и, по-моему, у них неплохо получилось. Посмотрите. Ну и заодно подписывайтесь на их каналы. Канал «Движение» представляет. Не-не-не, кирпич, знак, вы чё? Встречка только туда, да, пожалуйста. Еще там двое едут. А мы попробуем сейчас подействовать по-доброму. Кирпич, будем такие указывать на знак. Как будто они его не видят, правда? Ну ладно. Раз они дурака включают, и мы включим дурака. Да, года два назад. Офигеть. Да. Они повесили. А? Там на перекрестке вы откуда? Оттуда? Оттуда или оттуда ехали? Оттуда. Там висит знак движения по полосам направо. Только там он засыпан снегом, вы могли его не увидеть, если действительно вы первый раз здесь едете. Поэтому вот я вам говорю, предупреждаю, да, спасибо. Друзья, вот говорят мне иногда, я пилю контент ради хайпа. Вот разве я пилю контент ради хайпа? Нет, вот назад только. Тут встречная полоса. А тут еще пешеходник. Да, туда. Да он не пропустит вас, мужчина. О, сотрудник метрополитена. Можно вас? Вас не пропустят здесь, вам лучше сдать задом. Бесполезно. Как бы вы ни хотели сейчас нарушить, нахамить своим молчанием. Вот. Это сотрудник у нас, по-моему, транспортной безопасности метрополитена. Я вам еще раз говорю, вас не пропустят здесь, не проедете вы без вариантов, мужчина. Знак. Я ж показываю знак, говорю вам. 3-1 вон висит. Для тех, кто в танке. Или к окулисту. Наконец уже сходите. Так, друзья, давайте попробуем немножко сменить тактику. Сейчас мы еще разочек наберем полицию. Вот у нас кирпичик. Ну вот прекрасно он виден, да? Допустим, можно простить, что с перекрестка они не видят знак.
что сюда нельзя поворачивать. Хорошо, я показывал кадры, что там куча снега, грузовики запаркованные. Опять же, почему за этим не следят, не убирают снег, не эвакуируют нарушителей. Ну хорошо, не видят они. Но далее они поворачивают. И вот же он, огромный, большой, старого формата, круглый, яркий, красный, на фоне вот этого белого баннера, вот этой серой будки, снега. Его прекрасно видно. Сейчас не лето, контраста цветов особо нет. Как вот так, скажите мне? А я думаю, надо сейчас еще разочек продублировать ГИБДД. Посмотрим, приедут, не приедут. Не, говорю, вы просто задом бы сдали, проще было. А то крутиться неудобно, пожалуйста, да. Вот, молодец, умничка. Все, сейчас. Да все нормально, Серег. Я ей просто подсказал, что лучше она это. Она третий раз пытается проехать уже. Ну, пытается, может, не вы она. Третий раз уже пытается проехать, да? Не-не. Мы видим еще такую Audi, тоже девушка. Тут кирпич односторонний, да? Если не видели. Если знаков не видели, тогда... здесь кирпич, нельзя здесь одностороннее движение. Лишение. Смотрите, по кругу. Здесь кирпич односторонний, лишение вывод от 4 до 6. Удачи. Пожалуйста, вам. Всего доброго. Значит, перепутали. Ну такая же Audi была. Что с этим работать? Есть? Да, я хочу, чтобы они живы были. Что здесь? Кровь купи. Ты большой мужчина, стоишь здесь. Где там работаешь? А вы зачем обзываетесь? Кровь купи. Подойди. Ну подойди сюда, куда пошел? Ну, подойдите сюда, скажите нам. Сейчас я попросил один мужчина снимать. Так говори. А вам не страшно с таким водителем ездить, который по встречке ездит? Вас же убьет в первую очередь. Еще руки будешь распускать. Еще а что случилось? Ты еще руки распускаешь, Серега. Сергей, а что случилось? Руки распустил, ударил меня по лицу. Вот так вот вы себя ведете. Ну что, не стыдно так себя вести, а? С вами должна вы общаемся. Не стыдно? Вот. Остановился, по сути, посреди дороги. Вот не стыдно так себя вести еще. Давай, девушка. Говорю своим зрителям, что мы вообще на вы даже общаемся, да. Когда нам хамят, мы пытаемся утихомирить, разрулить. Сразу начал матом и так далее, и сразу начал это. Не, ну ты же ему не грубил ничего. Нет, я вам просто сказал, ну хочешь, скажи это более подробно, а он начал руки распускать. Стыдно ему стало за такое поведение. Куда? Не позорь Рязань, пожалуйста. Развернись. Задом сдай, пожалуйста. Не надо. Ты что на человека едешь? Ты едешь по одностороннему. Односторонняя. Повернись назад, не позорь Рязань. Не зарабатывай уголовную статью себе. Задом сдай и все. Вот так вот. Друзья, деятельность, которой мы занимаемся, порой приносит много пользы обществу, делая наш город более комфортным и безопасным. Но, как вы видите по нашим роликам, очень часто мы сталкиваемся с агрессивно настроенными людьми, поэтому мы обязаны контролировать свои эмоции и в случае чего уметь постоять за себя. И если вы тоже хотите чувствовать себя уверенно и сдержанно в критических ситуациях, то вас ждут на тренировках мои друзья, мастера спорта тренировочного центра «Кефир Гантели». Тренируют детей и взрослых, уверенность в своих силах, дисциплина и ответственность на групповых и индивидуальных занятиях, чтобы ваш ребенок рос полноценной личностью и не боялся трудных задач. Тайский бокс, самбо, ММА, бокс, дзюдо, а также бразильское джиу-джитсу. Полный список смотрите на сайте
Тренера особо приветствуют взрослых, которые никогда не занимались, но очень хотят попробовать. Записывайтесь на бесплатное занятие, чтобы окунуться в атмосферу эффективных тренировок. Ведь никогда не поздно начать тренировать свое тело, выносливость, реакцию и силу духа. Получите скидку 50% на первый месяц занятий по промокоду, который видите на экране. Все подробности в описании к видео. Оставляйте свои заявки, приходите, тренируйтесь, приводите своих детей. Тренировочный центр «Кефир Гантели». Ой, опять. Да что ж такое-то? Да уж с детьми же едете, встречка, господи! А вот это видите? Мы только увидели и разворачиваемся. Вот мы вам и помогаем, чтобы вам никто в лоб. В воскресную школу езжайте, пожалуйста, по правилам. Чтобы снег почистили, тогда, блядь, такие добродетели. А вы что не чистите снег? Ничего нет у нас, совести нету. Но мы по встречке в воскресную школу под кирпич не катаемся. Пить начали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мужики, здравствуйте. Доброе утро! А чего вы под знак-то едете? А да я не заметил. А вон так. Кирпич же. Сзади вон вас кирпич. До 6 месяцев лишения прав. Давай не будем, я не заметил. Так не будем задом и по правилам, не будем. Все будет нормально. Просто на самом деле не заметил. Я не злостный нарушитель. Не, мы вам верим, просто здесь уже почти 100 незлостных нарушителей, которые не видят огромный красный знак на белом фоне снега, плаката. Все понял. Я извиняюсь. Всего доброго. Пожалуйста. Вот водитель автобуса руками разводит, им мешают. С такой махиной разъехаться встречникам будет трудно. Они перевозят пассажиров. Соответственно, им создают препятствия, люди опаздывают из-за них. ВАЗ через 112 на пересечении Варшавского шоссе и Нового шоссе в Дрожжино, а они все никак не приедут, а у нас уже такие ситуации, здесь по встречной полосе, ну, на встречку едут люди, и там уже конфликтные ситуации возникают. У нас тут съемочная бригада «Россия-1» приехала, и нам очень нужна помощь ГИБДД. Так, еще у нас ремонтные необходимости или чай, кофе. Ну и, соответственно, как опять по стадному явлению, там, где первый, там и второй, где второй, там и третий. А там и четвертый уже подтягивается. Вот, теперь уже встречник-нарушитель разъезжается с другим нарушителем. Всем придется развернуться и ехать по правилам. Вот мужчина по встречке проехал. Просто покушать. Вот покушать можно прям, нарушив все правила на встречной полосе. Я клянусь, это опасно. Мы открыли магазин мерча. Заходите по адресу www.базалого.ру. Там вы увидите кружки, майки, мыло, в общем, наклейки, все, что хотите. Мы будем расширяться и продавать не только свой мерч, но и другой. А банданы будут? Банданы будут. А футболочки? Вот задумывались над масками. Все будет, футболки уже есть. Маски — это актуально, берегите себя. Ой, не успел заснять, показал водителю на знак. Он мне показал палец вверх, типа, да-да, спасибо. Ну и тут как бы, а, ну все. Так вы же вот так показывали, что знаки-то меняем на ходу, переобуваемся. Типа помогают, молодец, препятствуют, блядь, нарушению, все. В смысле, ну что, закон надо соблюдать, ну что? Нормально, ну что? Опаньки. И вот только дал интервью для канала «Россия-1», и Порша у нас... Так, какие действия предпримем? Самое оптимальное — это сдать задним ходом и уехать.
тоже весь вам на тонировке. Или это замерзли стекла? Замерзли. Стой. Друзья, вот здесь местные люди, которые работают в сервисе, говорят, что вот появились новости на портале, это парковка Бутово парк, о том, что вот этот выезд будет закрыт сюда в автосервис, поставят знаки, возможно, блоки бетонные, чтобы люди, соответственно, по встречке сюда не ехали. Это вот после нашего появления почему-то администрация приняла именно решение ущемить малый бизнес вместо того, чтобы привлечь ГИБДД и навести порядок со знаками. Но будем за этим следить, будем еще писать письма. Водитель исполняет. Ку-ку, друг. Не, не друг ты мне. Еще один там тоже задом пытается сдать. В общем, вот такие новости у нас по поводу закрытия выезда.